Глупый осел. Узбекская народная сказка. Жил-был один осел. Он считал себя очень умным. Однажды забрел он в сад. Смотрит, а деревья усыпаны спелыми сочными фруктами. В огороде полным-полно отборных зрелых дынь, арбузов, тыквы. Посмотрел осел на эти прекрасные дары природы и, шевеля длинными ушами, важно произнес: А природа-то все создала очень разумно, но много чего нужно было бы создать по-другому. А сидевший на ветке дерева воробей услышал осла и напрямик спросил у него: Скажи-ка мне, что же в них тебе не по нраву? Разве не видишь сам? Ответил осел, указывая на яблоки и тыквы. Смотри, какие маленькие плоды приносят такое большое дерево, размером даже меньше детского кулачка. А теперь взгляни на вон те тыквы, такие огромные, почти с мою голову. Плоды висят на тонюсеньких ножках. В этом и заключается вся мудрость природы, сказал ему воробей. И какая же в этом мудрость? Промолвил осел. Вот если бы яблоки были размером с тыкву, а тыквы такие маленькие, как яблоки, тогда было бы очень здорово. С этими словами осел потерся о ствол яблони, а в это время одно яблоко сорвалось с ветки и упало прямо на голову осла, издав характерный звук. Ох, моя головушка! Заохал от боли осел. Чуть пополам не раскололась. Воробей рассмеялся и многозначительно произнес: Хорошо еще, что яблоко было размером не с тыкву, а то бы точно проломило бы твою головушку. Правду молвишь, дружок. Только и смог ответить ему осел и ушел прочь из-под яблони.